Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. 12-й день, забираем сундук. Открывайся давай уже. Ага. Ну что же. Главное, что там были руны. И интересно, события есть у нас какое-нибудь сегодня? Эть, событий, к сожалению, нету. Ладно, ладно, ничего страшного. Попробуем тогда набить паки, наверное, да? И за двумя паками вождя. Ну, как обычно, по классическому жанру. Ох, беззубик. Блин, беззубик, как же он у нас долго, ребят, прокачивается, а? На него вообще, ребята, еле находишь вот эти вот улучшалки. Так, вы все как один твердите: Рэй, когда ты будешь открывать этого? Ребята, давайте вот это вот событие пройдем и будем уже потихонечку копить на нашего этого легендарного дракона. Ну, ты видел, там тоже столько нужно всего. Фиг знает, блин. Где там эти ресурсы брать? Я бы и рад бы как-то это ускориться, но это невозможно практически сделать. Так, что у нас? Нету ресурсов пока, ладно. Ветрокрыл подождет. Может быть, у нас получится насобирать древесину и отправить его. А сейчас пока вон приручить всех. Сарделька полетела. Здесь. Что нам тут выпадет, интересно? Ага, как только я промолчал про тусклый янтарь, сразу же выпадает тусклый янтарь. Значит, будем в следующий раз только о нем говорить. Сарделька, ты не хочешь у меня прокачаться, а? Ой, Сарделька. Конечно же, Барсик Сардельку уже сюда приплюсовал. Видимо, хочет. Но уж точно не откажется. Так, Кривоклык, давай-ка лети. Позаботься об яйце. А Громгильда у нас полетит. Ага, она задание завершила. Сейчас мы с тобой заберем награды и отправим ее дальше в освояси. Повышенная награда. Так, ну что же, давай мы тебя отправим тогда в приключения. Лети. Где у нас там Йохан? Отказываемся от его этих безделушек. Забираем вот этот вот шарф или кусок ткани. Так, он очень мало приносит древесины, поэтому, я думаю, нет смысла его отправлять. 35 миллионов, ну еще куда ни шло. Ну, извини меня, не 17 же миллионов древесин. Это вообще сущие копейки. Так, погоди секундочку. Здесь у нас еще ребята принесли нам железо, красавчики мои. 21 миллион рыбы тоже мало, как по мне. Вот это я понимаю. 192 миллиона рыбы. Как с куста. Хорошо, что я пришел помочь. Этот лентяй как в воду канул. Ведрон, тебе не было у рыбацкой хижины? Я приходил тебе помочь. И я помогал на лесопилке, шлак. Тебя там не было, а я хотел, чтобы плевак снова на нас кричал. И я бы вмешался, но раз все работает, то, пожалуй, не стоит. Угу, не стоит. Так, давай его отправляем за древесиной. Так, у нас гнилец что-то тут хочет. Они хотят со мной расправиться все разом. А о ком ты говоришь? Список может быть довольно большим. Тише, они тебя услышат. Ладно, ладно, гнилец, я все улажу. Они пытаются меня достать, я уверен. Я чувствую, как они следят за мной. Так, поручите драконам добывать руду... А, рыбу в течение 23 дней. И драконам собирать древесину. Ну что ж. Это, в принципе, ребята, ежедневные наши задачи. Они только этим и занимаются. Добычей ресурсов, скажем так. Ну вот, на тебе. Так, вроде прогрузилось. Так, 18 миллионов рыбы. Тоже, ребята, это ерунда. 37, ну, куда еще не шло. 28 маловато будет. 48 пойдет. 25 тоже никуда не годится. 50 вообще замечательно. Ну да, с одной стороны, вы правы, что лучше отправлять драконов, которые собирают намного больше ресурсов. Так, ну что, ты у нас прокачался, болтун? Поднимем тебе еще уровень. Опа, начать обучение.
Он пошел, друзья мои, обучаться. Так, а у нас домик улучшился. О, новый ресурс, склад железа. Улучшите склад железа, чтобы хранить до 6000 единиц железа. Так, и что нужно для его улучшения? Ох, ё-моё. 2900. Все, ребят, я понял. Задачу мне нарезали. 2900. Ну, это дофига, конечно. Это дофига. Бесплатно, конечно. Вот, я понимаю, 230 миллионов добывает. Замечательно. Вот модификрылка пока маловато, конечно. Так, ну что, ты у нас будешь прокачиваться? Да какое там? Да какое там? Конечно же, не будет. Они все лодыри, лентяи. Не хотят. Не хотят они переходить в титаны. Ну что же, давай, парень, иди. Так, подожди, ну где у нас там этот поиск-то, ёпрасоте? Дай мне вот через него зайти. Через него, мне кажется, как-то лучше. И повыше. И обзор получше будет. Что за подлагивания такие? Так, этого тоже отправляем. Ну что, тут вроде бы все. А, ресурсов-то у нас... Нет, ну тут хватит. Тут отправить хватит. Угу. Давай дальше идти. Так, ну этих придется уже просто, ребята, отправлять, потому что больше нам некого. Сколько боеволорд? 24 миллиона приносит. Кстати, его можно обучить. Давай-ка мы его обучим. Пускай боеволорд летит на тренировку. Так, ты за рыбой. А, ты тоже за рыбой полетишь у меня. Ну что, придется тогда этих отправлять. Ну, раз больше некого. Событий нет, поэтому ресурсов я вряд ли сейчас где-то смогу добыть. А, подожди, у нас же еще внизу, я же вспомнил. Подожди секунду. Так, не здесь. Вот тут вот. 46 миллионов. Так, а где еще-то у меня? А, вот. Вот. 95 уровень. Ту-ту-ту-ту-ту. Нормально. Обучить, пускай летит, тренируется. 120 лямов. Ну давай тоже. А, тут не обучить, тут у нас. Тут у нас прокачка была. Лети. Там все равно место есть пока. Так, инферно. Нюхохват. Нюхохват полетел. Ты там кто у нас? Лоба. Пускай Лоба тоже летит, обучается. Нехваточка, да? Четвертый уровень. Скорожал. Ну что, здесь пока все. Все отправлены. Все, как говорится, при делах. Давай забирать здесь тогда уже все, все наши ежедневки. Выполненные. Угу. Так, смотрим, что у нас там по наградам. Содержит элитных. Ну, это пак ареновский. Так, кревет, водорез и все. Скудненько. Если честно, то очень скудненько.
Бесплатный загадочный пак. Будьте добры нам вручить его. И выпадает нам шторморез. Пристегло. О, кривоклык, ребята, выпал. Отлично. Кривоклык, это хорошо. Отказываемся. Что у нас там еще получается? Янтарь. Можно еще отправить? Нельзя. Тогда я пошел, друзья, на арену. На арену за двумя паками вождя. Я думаю, никто не будет против. Если мы их получим, да, тут, конечно, ничего не дают нам. Была бы рулетка бы после каждого, было бы круто. Можно было бы ресурсиков немножко здесь пофармить, но такого не происходит. Ага, кусается он тут, посмотри на него. Да, ну хватит. Так, давай-ка, Барсик, сюда. А чё он два раза уже ходит, ё-моё, он сейчас массуху сделает. Офигеть. Что-то мне кажется, мы проиграем здесь. Сейчас Барсика уничтожит. Слушай, а ты не оборзел, не, парень? Ходить тут три раза подряд, блин. Вообще фонарел, блин, просто. Просто фонарел. Ходит раз за разом, блин. Сейчас фаербол полетит, да? Конечно. Еще усилил себе атаку. Давай-ка мы его уничтожим. Так, удвоение энергии. Давай сюда тоже влупим. А нет, лучше вот так, наверное, сделаем. Подожди. Ну да. Лучше хильнемся. И добьем его спокойненько. Непринужденно. Раз. И два. Ребят, вот такую я взял команду. Хочу попробовать ей здесь поиграть. 10 уровня, правда, не знаю, что сейчас будет. Что это у него за удар такой? Просто удар, да? Повышает силу атаки этого дракона. Ой, 10 уровень, да, конечно, это... Сейчас массовая атака. Хм. Интересно. Так, это что у нас? Исцеляет всех драконов. Отравление, да, значит? Ну его добьют. Это сейчас массовую сделает. Я удивлен, что этот... Ага, вот так вот он, значит, да? Да я даже не знаю, как тут лучше. У него инициатива, ребят, слабая. Он сам по себе маленький уровень имеет, и поэтому инициатива вообще никакая. Ох, сейчас зажарят. Что если я так сделаю, например? М-да. Давай добивай своего хламона здесь. А все равно нам на следующем ходу крышка, ребят. Я не успею ничего сделать, он меня... сейчас укусит или что-нибудь сделает, все. Но, тем не менее, двоих уничтожил. Ну, вот такую вот я команду составил себе. 13 уровня, правда, все. А противник, ребят, как был? 17-18 так и остался. То есть понижать они не стали, да? Врагов. Я думал, может быть, когда уровень будет хотя бы одинаковый, что-то изменится. Ни черташечки не изменилось. Абсолютно. Ладно, этого, наверное, стального капкана мне сейчас быстренько тут уничтожат. Наверное, мне так кажется. Сейчас будет от кого... О, массовая пошла. О, нам еще и такую пакость сделали. Да ну что ты, ну...
Тут без вариантов, ребят. Тут вообще меня раскатали по-черному. А что это такое? Ты усиливаешь себя, что ли, сам? Не, все-таки нету ничего круче нашей старой доброй команды. Вообще ни одного не завалил. Я вернул свою старую команду. Правда, какое-то расположение немножко не такое. Ну, эти эксперименты, как говорится. Давай по старой схеме. Блин, Барсика мне как-то непривычно здесь видеть, если честно. Вообще непривычно. Надо будет поменять местами. Ой-ой-ой-ой-ой, и в кого сейчас прилетит? Понятно. А это добьет, да? Ну, вы жучары, конечно. Навозные. Так, сейчас они вдвоем сходят. Трэш. Нам еще и способности заблокировали. Ну, не знаю. Надеюсь. Опа. А мы можем сделать вот так вот, наверное. Сейчас проверим. Давай массовую. Вот ты жук ты навозный, а он не стал. Ну, конечно, Барсику кранты здесь, ребят. Ну-ка, если я так сделаю, будет он врубать массуху или нет? Не хочет. Надо было мозги здесь не парить, просто уничтожать. Сейчас добьет, конечно же. Что-то с этими перестановками у нас как-то совсем дела пошли плохо. Давай сюда. Так, ладно, это я стерплю. Мы сейчас будем, наверное, понижать. Сарделька еще это лезет. Давай так, я думаю, Барсик добьет его на следующем ходу. Так, и теперь Сарделька у нас должна идти на разбор. В обязательном порядке. Она сейчас будет сюда бомбить. А нет, он переключился на Барсика зачем-то. Сделаем так. Так. Дальше криво. И опять. Воу-воу-воу-воу. В кого? В Барсика. А он добьет подхалим этот мелкий. Ну, тогда мы сделаем вот таким вот образом. Ты запарил уже, слышь, парень? Ты уже одолел всех нас тут. Со своими разбегами. Взял моду, блин. Ну, чё ты там стоишь? Давай на него слепоту повесим. И уже будем потихонечку... Да ё-моё, я хотел... Сейчас будет опять... Да. Ты посмотри, какой неугомонный, а? Всё со своими разбегами тут балует. Добиваем. Ну что, ребята, мы получили два ареновских обычных пака. И вот он, пак вождя. Шторморез, шепот смерти, кревет, экзотический шепот смерти, убийственная бабочка, монарх. И все, пока. Но я пойду за следующим паком. Блин, убийственная бабочка, монарх. Карточки есть, но она сама не открыта. Вот. Разве это не обидно, а? Ух, команда какая. Слушай, лютая команда довольно-таки, я тебе скажу. Прям наилютейшие. Ну, Барсика, Барсика не берем в расчет, а вот эти два. Чудовище и плюс кревет, да как вот там, Дагур. Это фаербольчик у нас, да? Насколько я помню. Этот фаербольчик у нас. Хиляемся. Ну что ты там? Ну, естественно, заряд тройных фаерболов. Раз, два, три. Все, нифига себе, каждый заряд по 260, нормально?
Тут мало кто выживет после такой атаки, если будем честны. Ладно, главное, что мы прошли. Этот тебе парень не поможет. Хильнулся, а, он еще и ускорился. Все равно это тебе не поможет. Ну, у нас очередной поединок, и я вижу здесь сразу же две цели. Первый — это пресеголовый вот этот вот. А второй, конечно же, громобой, который, как вы говорите, похож на жабу. Но, если честно, я не особо вижу, чтобы он был похож на жабу. Он больше как-то похож, ну, на змею тоже вряд ли, какого-то демона, беса. Но все-таки не на жабу. На жабу больше похож, как по мне, так это громель. Вот это да. А этот, ну да, как это, как змея, что ли. Его вот эта вот улыбка меня просто пугает. Его оскал. Ух, ё-моё. Блин, нас еще и заблокировали. Я думаю, что такое? Да хорош, он еще и усиливается. Ты посмотри, а. Так, ну что, добьем мы его, надеюсь. Нормально. Чего? Какого лешего он накопил, блин? Да. Вот такие вот пироги, ребят. Да, встречаются еще, конечно, команды, которые могут нам дать люлей по полной программе. Ладно, поехали. А нафиг я его начал? Зачем он... Он мне и даром не нужен. Давай, наверное, вот так вот все-таки начнем потихонечку. Потом до бабочки-то доберемся. Если доберемся, конечно. Это да. Понижает атаку. Так, теперь до бабочки монарх. Не, а он действительно похож на бабочку, да? Крыльями своими. Блин, вот то, что он наглушил, конечно, мне... Моего хильчика, это плохо. А я вот так сделаю. Пускай он бомбит своего же. Вот, вот, вот. Пускай в стане его держит. Чтобы он нам не мешался. Шикарно. Ну что ты там, головастик? На тебе понижение брони. Раз, два и добивка, наверное. Ну, а мы забираем с вами последний пак вождя. Душитель, Вострозуб, Пруд и Кнут. И все? Ну, это уж вообще что-то слишком мало. Поищите Нюхогорба на тупиковом острове. Хм. Требуется уровень 90, это для... Без зубика моего. Так, поручите Нюхохвату добыть 150 единиц рыбы. А он у меня... А что он у меня ищет? Он у меня, по-моему, на прокачку полетел, да? Угу, 5 часов будет заниматься. Ну что, друзья мои, тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.